был? На завод ходил, мать. Тебе же ночную? Ну, по делам. К Антону обещали зайти. У Машеньки день рождения? Конечно, помню. Торт новый заметил? Заметил. Она еще вон сервиз новый купила. Часы мне. Как с цепи сорвалась. Ну и что, мать, шторы нам нужны. Часы тебе тоже. Чайный сервиз пригодится. Угу. А до получки 3 дня. Сколько у тебя осталось? 10 дотянем. Угомони ты ее. Ну как, мать? Ну как, как? Вот так скажи все откровенно. Ну ни к чему. Антон говорит, все уладится. Угу. Жди. Дождешься. Жена с мужем все сообща должна терпеть. От совместных, знаешь, переживаний семья только крепнет. Ну, подожди. Ну иди, иди, чаю попьем. Я вам пирог спекла, варенье сварила вишневое. Тамару дождусь, да и в гости скоро. Слушай. Игнат-то. Видел? А куда он денется? Каждый день встречает. Ну, небось, опомнился. Стыдно в глаза смотреть. Ничего, мать. Смотри. Да. Сейчас вот тоже встретил, тебе привет передавал. Скажи, говорит, матери, зайду, как посвободнее буду. Да что ты. Да. Ну-ну-ну-ну, он пусть зайдет. Я его тут встречу. Что ты там делаешь, назови? Срочный заказ получили для Индии. О, срочно, это известно. Подожди, в каком же это мы? В 51-м. Первый такой срочный получили. Сейчас уж не помню для кого, но хорошо сделали. Так что смотри, не подкачайте. Нет, нет, я сам. Задержалась к нашим. К нашим еще забежала. Папе перчатки замшевые купила. Для этого пальто. Сынович. Так. Шай. Смотрите. Такие бывают, говорят. Редко. Стоит недорого. 12 рублей. Сейчас. Выключи. Ей. Ну как ей скажи? Скажи, так и так, денег-то может не будет. Ну как не будет? А ты скажи, задержка мы. Так она знает, что задержка. Ну а чего ж ты молчишь? Ну сказал, волновать я не хочу. Выдохнется, утихнет, на последнее гуляет. Мама, я сегодня зимние вещи перебирала. Вам шубу новую надо. Что? Ты что? Не смей! Не смей, я старую люблю. Я к ней привыкла. Ну? Ну, лишь бы поперек. Ну, какие-то вы с матерью безрадостные. То вам не надо, это вам ни к чему. Ты посмотри, как с этими шторками нарядно, а? Я к нему еще люстру веселенькую куплю. А зачем люстру-то? Витя. Не лезь в домашние дела. Вот ты говоришь, я не хозяйка? Я вам покажу, какая я хозяйка. Дорожку еще купила. Хорошо? Хорошо. Бюст Герцена. А почему Герцена? Других не было. Вот я теперь понимаю людей, у которых денег много. Этого хочется. Этого. Глаза, знаешь, просто разбегаются. С ума сойдешь. Себя теряешь. А это чья? Наша теперь.
Старинная. Я в комиссионном купила. Ну, точь-точь такая в нашей парикмахерской стоит. Я всегда любуюсь. Ой. Витька, Витька, какие вещи в комиссионном? С ума сойдешь. Льва видела? Какого льва? Из мрамора. Какого-то человека ест. Жуть. Хищник. Потому и ест. Ты подождала бы покупать, пока мы деньги не получили. А у меня закон. Увидел нужное, бери. Ведь когда позарез, бегай, не найдешь. Витя, дай мне коробочку. Ма! Сейчас, иди, открывай, давай, иди. Ма! Ма! О, мам, заходи. Здравствуйте. Здравствуй. Ой, устала тетя Поля. Вот Машеньке к столу не забыли. Нет, собирается. Ага. Идем чай попьем. Я пирог спекла, варенье сварила вишневый. Спасибо, не буду. Пойду приготовить надо. Антон не у вас? Нет. Ну, а как твоя-то? Ой, не говори. Чего? Ты только погляди. Это же просто, знаешь, ну как с цепи сорвалась. Покупает. А ты что же, и ничего не говорил, что ли? А незачем. Что, боишься? Да ну ничего я не боюсь. Ну незачем и все. А мой тетя Поля в другую сторону помешался. Как угорелый. Злой стал. Машеньку сегодня ударил. Одна бедненькая так кричала, не от боли, она терпеливая. От обиды за что? Антон сидел, писал что-то. Он теперь все какие-то заявления пишет. А Машенька пролезла под стол и английской булавкой ему обе штанины друг другу-то и пришпилила. Ну вот, Антон, когда встал, чуть не полетел. Ну, а что ж тут особенного-то? Девочка смышленная, развивается, ведь как хитро придумала. Ну, конечно, нашалила. Так ты же ей объясни, ведь она же не со зла, для веселья. А он ее хрясь по спинке в день-то рождения, да и сделал ей он подарочек. Хаянный, такой маленький. Так он и на меня стал срываться. Спит плохо, ворочается. Я ему говорю, не бегай, не надо. Как ты не бегай? Ишь какой, по-твоему, все так и оставить, что ли? Нет уж. Ты сиди и радуйся, когда за тебя другие горбачат. Антон добьет, вот увидишь. А где он сейчас? Ну как где? В Китай его пошел, должен помочь. Я-то ведь думала, что он уже у вас здесь. Да нету. О, Антон. Ага. Привет. Здравствуй. Тетя Поль, кваса нет? Слушай, чай хочешь? А? Слушай, пирог спекла, варенье сварила вишневое. А, нет, чаю не хочу, и так вот прошибает. А что такое ты, вломученный? Концов не найду. Квас-то дашь? Сейчас. Ну, Ерай, что делаешь? В гости к тебе собираюсь. Зачем? Да ты что, Антон? Не, гости, друзья мои, пока отменяются. Спасибо. А что там еще? У нас сегодня 18:30, директор примет. Ага, ты подготовься, вымышай. Без меня нельзя. Может, один сходишь? А? Ну да, конечно. Тебе же лучше к нам пойти. У нас там детишки будут хором петь, стишки читать. Вить, ты меня не зли. Ну а что ты злишься? Забегался я теперь. А, что-нибудь не получается? Получается. У нас все получится. Мы Игната не только его хищную лапу попридавим, мы ее напрочь отсечем. На терпение надо. О, ведь принимают, понимаешь, хорошо. Да. Встречают как родного. Просто такой доверительный тон, вроде как меня только и ждали, чтобы своими, значит, сердечными делами поделиться. Да-да, конечно. Счастливый, товарищ Копанин. Главное, уходишь, говоришь, спасибо. Ну, думаешь, все, готово. Говоришь, ничего. Точно фокус, иллюзия какая, понимаешь? И где сбоит, главное, не поймешь. Но я добью. Вот раньше, ты знаешь, облают, и все ясно. Или уж помогут. Так в том-то и бред, что тут-то вроде все как хорошо, а толку никакого. И главное ведь крутится. Ни морда, ни хвоста не видно. Ударить не почему. Я, главное, прихожу сегодня к ящику. Иван Иванович. Ну, встречает как родного, к столу ведет, садись, отдохни. Но не успел я рта открыть, он мне прямо говорит, знаю, говорит, товарищ Копалин, зачем ты пришел. Мне, говорит, Назаров звонил, а я...
Я-то дурак, тетя Поль. Я когда вчера с Назаром разговаривал, ну так, в разговоре возьми и скажи, что дело, мол, так не оставлю, в случае его, значит, к ящику пойду. Так он, Назаров, так, возьми ящику, отзвони, сориентируй, ну я и в дураках. А что он тебе сказал? Ящику что? Да. Ну, что он скажет? Он говорит, конечно, не волнуйтесь, все будет. Ну, я понял, все, в этом деле прогал. Ладно, думаю, черт с ним, молчок, пойду к Китаеву. Иду. А Китаев мне с порога говорит, у ящика был, ты понимаешь? Ну, врать-то я ведь не стану. Я говорю, был? Он поднимает трубку. Прямо по внутреннему ящику. Ваня, они, видать, между собой дружки. Ваня говорит, у меня тут товарищ Копалин сидит, надо помочь разобраться. Ага, угу, ага. И положил трубку. Ну, я понял, все. Ой. Прогар, фиаско. И ведь глупость-то в чем заключается? Китаю рассердил. Дескать, зачем к нему полез? Поскольку, в общем, ящиков не отказывал. И ящиков в глупое положение поставил, вроде как на него бегал жаловаться. Ты себя в глупое положение поставил. Ты помолчи, милая, пока старшие не спросили. Ну, в общем, все, тетя Поля, я их всех разом накрыл, мы прямо к директору сейчас пойдем. Ты положи газет, слышь? Положи. Слышь, юродивый, я ж тебе объясняю. Что там нашел в этой газете? Ну чего, чего нашел? Это кинонеделя, мы завтра в кино с Тамарой собирались. Так, значит так, ты в кино ходить, да? А я из-за тебя срам терпеть, ну так? Хватит тебе, ну какой срам, какой? Какой? Какой, да? А вот какой. Тыща твоя эта поганая. Не это ее ведь, да? Она мне, во, как камень на шее висит. Ящиков, уж не знаю, кто его уведомил. А, Игнат, а? Твой любимец, да, как же конюк, только он, да, провожает меня ящиков до дверей, погладил так ласково и говорит, вы, говорит, не волнуйтесь, товарищ Копалин, тыща ваша не пропадет, я прямо он. Я говорю, какая? Я говорю, я ведь, я это... Он говорит, не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы все знаем, вы, конечно, бессеребренник. Какой черт ты меня своей тыщей заморал? А я тебе говорю, не ходи, дурак, не ходи. Я буду ходить, буду я этот орех раскалю. Я эти нитки, если не распутаю, их рвать начну, и дело тут не в тебе и не во мне. Ну, а ты пойдешь, ты у меня... Куда это? Опять в ваш шум? Здравствуй, Антон. Здравствуй, Тамара. К вам собрались? Угу. А именина на позднее переносится. Мы сейчас к директору идем. Зачем? По делам. Опять дела? По каким это делам? Важные дела, Тамарочка. Вить, это важные дела? Нет, совсем не важные. Нет, а я говорю... сейчас твоей Тамаре все скажу, чтобы она ушами не хлопала. Что скажешь? Не смей. Говори. Его жалко. Ты знаешь что, Антон, а ты говори. Вот так, из зубов выскочил, из губ само свалилось. Нет, не буду. Да говори, она своими щупальцами все равно из него все вытащит. Не буду. Что случилось? С деньгами вашими. Успокойся, вот Томочка, все уладится, верно? Что? А, теперь тебе Антон потребовался, да? Верно, уладится. Только сидеть сложа лапки не надо. Мастер с твоего веки, тыщу потребовал. Сколько? Тыщу. Но мы-то ему дулю в нос. Так вот он хочет, чтобы деньги эти между всеми поделили, понятно? Как это... Между всеми. Ну так это вот. Да, кстати. Ты ничего сегодня не слышал, когда на завод ходил? Нет, а что? А, ну ничего, голубчик, пойдешь к директору, когда последние новости услышишь. Знаешь, что еще Игнат выдумал? Увидел, что я на него ссылки начал ставить и объявил всем рабочим. Дескать, полагается с Витькиной премией, мальчики и девочки, вам по десятке. Но вот Витя, мол, не хочет делиться. Ага. Деньги все себе забирает. Ясно. Все ясно. Ну, неужели тебе посвятило? Мам. Иду сегодня утром в проходной и говорю тете Симе здравствуйте. Она будто не видит и не слышит, в ящик стола сунулся. А я сразу почувствовал для вида, ждет, когда я пройду. Ну, черт, а тебе эта морда сдалась. Может, она действительно там ковырялась чего, и может, померещилась. Да нет, нарочно рылась. И другие, пожалуй. Ну, понял теперь, что нужно идти? Иди. Витя, обязательно иди. Ну, а как же гости-то? А? Какие теперь гости? Умница, Витя. Надо идти, без тебя там ничего не будет. А, Витя, ты знаешь, правильно, Антон правильно говорит. Ну надо идти, ну ты подумай, ведь на заводе у нас такое ведь. И цеха чистые, и оборудование, и гостей приглашаем, достижения свои показываем. Витенька, ты только знаешь чего, а ты не бойся.
бойся, ты знаешь, ты когда за правду пойдешь, ты себя не потеряешь. Да, не будь разявы, Витя. Нет, ну, а что ж я буду говорить? Как что? Ты что, поглупел, что ли, за последнее время? Да нет, ну как же я скажу? Ну, допустим, даже начальнику цеха. Вам от этих денег ничего не полагается, они мои. А что? А что, они не твои, что ли? Ну, во-первых, он тоже помогал. А во-вторых, что же он обо мне-то думать будет? Что? Что, я жадный, что ли? Кулак? Он, конечно, скажет, Витя, деньги твои, распоряжайся ими, как тебе вздумается, но в душе ко мне, ведь все отношения переменят. Ну и пусть, господи, велика ты важность, а? Так ведь не он один, все так думают будут. Сам же говоришь, Игнат Васильевич да. Всем сказал, что им положено. Ну, и пусть думает, пусть. Так ведь позор. Какой? Какой позор, если твоя правда? Мама правильно сказала. Нет, странная у тебя постановка вопроса, Витя. Тебе, значит, мнение твоей собственной персоны важнее всеобщей справедливости. Ну, тогда так, просто с завода уйти нужно. И уйди! Уйди! Завод все-таки наш. И я там работал, и Семен, да и ты тоже. Горят у них втулки. Ну и пусть горят. Ты знаешь, относительно втулок мелькает у меня чего? Одна мысль. Чего у тебя там мелькает? Какие втулки? Сейчас о деле надо думать. Ох, нет во мне сейчас доброты. Иду сегодня по заводу мимо каравая, у него барабан заело. Вижу, знаю, понимаю, в чем дело. Не сказал, прошел мимо, пусть горячится. О, это уж зря. Что, зря? А вы знаете, что он про Витьку выценил? Что? Сквалыга, говорит. Наш-то Витька сквалыга. Тамара, не пойдет Витька на завод, пускай со своим патентом в сухую целуется. Я уже 800 рублей заняла. Какие 800? Опомнись, Тамарочка. У кого заняла, где? У всех. По 4-то тысячи все дают. А да, сейчас же отдай. Нет, я не могу, я истратила. Куда? Куда? На что? Ведь ты же льва не покупала. Я цветной телевизор купила. Завтра утром привезу, тебе хотела. Да ничего мне не хотелось, ничего мне не надо. Витя, иди к директору, угу. Все. Да, директор решит, это точно. Томочка, я боюсь ведь, но я себя потеряю. Где? В канаве? В троллейбусе? Не беспокойся, я тебя в столе находок найду. Такую прелесть дадут. Ну хорошо, я пойду. Все, давайте чай попьем. Я так разволновалась. И я ей захотела. Я когда волнуюсь, всегда есть хочу. Слушай, Антон, ты знаешь чего? Ну только ты уж научи его, как разговаривать. Ты же знаешь, он проситель ведь. Ну куда ж? Так, потрепыхался и будет. Ну, говори, что говорить. Значит, начни так. Скажи, Алексей Дмитриевич, по нашим советским законам... Не буду я так говорить. Почему? Не нравится? Что тебе здесь не нравится? Да вот это вот, по нашим советским законам, я уж сразу каким-то демагогом вылезу. Ну хорошо, а как ты скажешь? Я не знаю. Ну ладно. Начни проще. Скажи, дядя Лёша. Да вот какой он мне дядя? Когда у нас инженером он работал на заводе, его дядя Лёша все звали. Ты что, забыл? Ничего не забыл. Я его никогда не звал дядя Лёша. Это его так мелкота называл, который в школе не доучился. А я его всегда Алексей Дмитриевичем звал. Черт с тобой, Алексей Дмитриевич, так Алексей Дмитриевич, ну ты скажи, Алексей Дмитриевич, мне полагается за изобретение 4000, а эти деньги хотят поделить между собой хищные да люди. Какие-то хищные? Это ж все наши с тобой товарищи по работе хищные. Да ничего они не хищные. Идиот, я тебе в морду заеду. Да ну попробуй, отлетишь. Они не хотят ничего делить, им предложили взять, они соглашаются. Они думают премия, вроде поощрение, ну. Тамара! Ну, зачем ты ее? Тамара! Что? Витя тут один вопрос мучает. Какой вопрос, Витя? Не знаю, с какой фразы начать.
Никакой фразы и не надо. Ты сразу кричать начинай. Кричи и кричи. И не давай, чтобы слово вставили. Это главное. Подавляй сразу. Когда для лаборатории материалы нужны, я еду на базу или иду к завхозу. И сразу начинаю кричать. И все получаю. Он мне говорит, черт с тобой, на. А мне черт не черт. Я же не для себя. Ты не разговаривай. Логикой сейчас никого не возьмешь. Логикой все умеют. Ты кричи! Да что кричать, Тома, что? Ну... Да что попало? Я рабочий человек. Что из-за вас завод на простой стоять будет? Я своим хребтом. Да ты что, не знаешь, как все кричат, что ли? Мы поняли. Ну, в случае чего лично я реветь начинаю. Угу. Тут уж, ну, безотказно. Но ему неудобно. Но если что, позовите. Наелся. О, заходи, заходи, Засекин. О, здравствуй, Пелагея Филатовна. Здравствуй, здравствуй. Ну, а то ордер-то выдавал, а жилья не видел. Ну, заходи. Довольно. Вот ну и хорошо. Здравствуйте. Вот так. Здорово, молодняк. Здорово, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я к тебе, Пелагея Филатовна, с новой радостью. Что ты? Путевкой тебя в дом отдыха на прощание завком премировал. Гляди, не забыли. Вот она. Спасибо. Доставкой на дом, как говорится. Я к директору иду. И мышел, забежал. Распишись. Так, и, значит, 18-го и поедешь. Приходи к проходной, в 8 утра автобус будет. Только 18-го новый завоз. Вот. Приду, приду. Пожалуйста. Обязательно. Слушай, может, да. Квартиру поглядишь, а? И чай. Пирог, стекловарень сварил, вишневый. Нет, а? Чаю не могу, некогда. А на квартиру гляну. Пойдем. На квартиру гляну. О. Вот. Хорошо. Погоди. Хорошо. О, Вить, это хорошо. Поговори с ним, все-таки член завкома вот. Совет подаст. О чем? Ну, как действовать? Страшно. Поговори, поговори, обязательно вот. Поговори. Ну, что ж, квартира вполне, вполне. Еще 65 получили. Угу. Завтра и распределять будем. Эдуард Фомич, вот. А у Вити к вам дело. Вы не задержитесь на минутку? Ну, давай, Витя, давай, 3 минуты отпускаю, что не опоздать бы. Все гоняешь, все гоняешь. Ох, и не говори. Жена и то ворчит. Брось ты, говорит, это кружение, Эдик. А как бросишь? Привык. Уж я на этом деле все-таки 11 лет. Все ходы и выходы знаю, да. Одних квартир людям, наверное, ну, 5 сотен выбил. Вот. А знаешь, как хорошо ордера-то выдавать. Глаза у людей сияют. На тебя, как на доброго бога, смотрят. Вот. Ну и приятно. Приятно, конечно. И сам от этого лучше становишься. Спасибо. Спасибо, полагаю. А мы мешать вам не будем. Пойдемте. Ага. Ну, кушай на здоровье. Благодарствую. Кушай на здоровье. Благодарствую. Ну, Витя, выкладывай, что у тебя? Светлая ты голова, Витенька. На глазах растешь. Ну, выкладывай. Да уж, коль ты мне так сказать, по пути встретился, ты теперь богач. Грек Анасис. Вот. А счетовод наш, Алсухев, в тираж пошел. 77 ему. Вот до какого возраста не сдавался. Ну, мы ему сверхположенного, так сказать, узким кругом сбрасываемся по копейке. Брось в общий котел, если хочешь. Все-таки, понимаешь, он тебе всю жизнь зарплату насчитал. А сколько? Да? Это сколько пожелаешь? Так вот у меня только вот десятка есть. Угу.
Ну, на том спасибо. Бережливый ты парень, это хорошо. Твердо на ногах стоять будешь. Распишись. Смешно это. Что тебе смешно, Витенька? Ну вот мать и расписалась, понятно. Ну, путевку получила и подпись поставила, что получила. А тут я же даю деньги, и я же расписываюсь, что дал. Глупо как-то. Ну, не нам это, Витенька, выдумано, не нам ломать. Верно? Вот так. Ну, расписался? Да. Хорошо. Вот. Ну, давай, Витя, давай. Чем могу, помогу. А то, знаешь, время поджимает. Может, ты тоже путевку хочешь? Да нет, мы опять туристами пойдем. Mm. Вы знаете, Эдуард Фомич, я лучше потом к вам в завком зайду. Я еще как-то не продумал так. Ну, думай, Витя, думай. Я всегда рад тебя видеть. А не начал втулок? Да нет, нет. Нет? Ну, решил бы ты эту проблему. Мы бы на первое место по району ведь одним бы махом рванули. Знамя на блюдечке поднесли. Ну. Ну. Ой. Что? Достанется мне сейчас. А что, ругать будут? За дело. Тебя общежитие упустил. Может быть, другим ты и более позарез. Но, как говорится... Вот так. Ну, ладно, я ведь, знаешь, методу выработал. Да. Вот на меня кричат, ругают иногда. А я стою и в это время о чем-нибудь приятном думаю. Ну, как на селигере рыбу ловил, как с младшенькой в зоопарке зверушек смотрел. Вот. И до чего же она на понях кататься любит? Ну, каждый раз еле утаскиваешь. Ну, вспоминаю, что вечером по телевизору опять хоккей будет. А то, знаешь, и нервы не напасешься. Ну, мать, поблагодари от меня. Вот. Ну, будь здоров, Анасис. Пока. Ну? Говорил. О чем? Представляете, Алсуфьеву, ну, счетоводу нашему, 77, до сих пор работал. Только сейчас на пенсию пошел. Мать, Эдуард Фомич на подарок собирает, но я дал десятку. Десятку, конечно, неловко. Скажут, у него 4000, а он только 10 рублей дал. Какие тысячи-то у тебя, а? Где они у тебя, эти тысячи? Я говорю, о деле ты с ним говорил? Да ну не мог я говорить. Ты? Тебя что, совесть мешает? Да не смей ты, Антон, по его делам гонять. Черт с ним, если он так. Ты себе нервную систему раскачешь, а у тебя семья. Да не за него, нет. Он, видите ли, щепетильный. Кругом пускай все воры будут, а я чистенький, мне и хорошо. Нет уж, милый, ты в гущу окунись и попачкайся. А то вон Антон за тебя драться будет. А ты на окошке, на солнышке сидеть и мурлыкать, да нет уж. Выгодная, вольная позиция у тебя, Витя. Ну, мягкий он, ну. Ну, мягкий, ну, воск, ну, глина. Ну, хоть хлебный мякиш, ну. Да вы-то, тетя Поля, вы ведь женщина твердая, энергичная. Вон она вас, слава, на заводе идет. Кремень, а не человек. Ну, он в отца. Ну, Семен, бывало, пьяный придет, ведь я на него такой, сякой. Он хоть бы словечко бранное целуется, ласкает. Оленька, говорит, ненаглядная. Ага, в наше время слабым быть не полагается. Сильным надо быть. Сильным. Правильно, куда уж тогда слабым деваться? А зачем они слабые-то? Кому они нужны-то? Ну, а сильные-то зачем, если слабых не будет? Они-то то и существуют, чтобы слабым-то помогать. А если не помогает, на кой они черт? Ум как? Философ выискался. Куда уж такой тебе жизнь за общий дел не отдаст? Ну, жизнь... Я за многое отдать могу. А вот душу ни за кого. Ни за что и ни при каких обстоятельствах. Без души я же не человек буду. А я человеком хочу остаться. Мне человеком быть нравится. Ну вот тебе и все. Вот ты думаешь, что ты благородный, да? Да? Деликатный. Добрый. Стеснительный. Корова добрая, вот ее и доют.
Молоко, масло выделывают, жрут, жреют. Ты же у нас всегда впереди, на Витю Лесикова равняйся, а у тебя сейчас по карманам шарят, а ты только лапки кверху поднял. Мать, шарьте, лишь бы не щекотно. Витя, ты недобрый, неблагородный. Ты корова. Корова, понял? Ну что ж ты все корова да корова. Ну что же ему, тигром, что ли быть? Так тигров правильно не доют. Да вы-то, тетя Поля, вы ведь квартирку-то эту со всеми удобствами, можно сказать, сегодня получили, а? А Игнат одним из первых, да и не вашей чета, цинц! Мы-то с Нонкой на садово-огородном сарае живем, а он видит с картинки. Ты что? Ты что, завидуешь им? Так давай. Ну, поучись у него, как надо жить. Да что ты со своей порядочностью-то носишь? Ты что, устал от нее? Так поезжай на городскую свалку и сбрось. Чего ты мелешь там? Чего? То смотреть на тебя противно. Это почему же? Злеешь. Так у тебя же злеет, Витя, ну? Витя, я почему злею? Я ведь не хочу, чтобы такие, как Игнат, пенки с варенья снимали. Понял ты? Пенки! Что? Пенки. Да, пенки. Что пенки-то? Мусор. Сладкие, а все равно ведь мусор. По-вашему, тетя Поля все так и оставит, что ли? Я этого не говорю. Антон не ты. Он борец. Как же ему не злеть? Да знаю я таких борцов. Они за правду-то бьются. Благородные свои порывы. В пылу, так сказать, битвы растеряют, из селенок выбиться, а уж потом такими делаются. Против них скорее биться надо. Ага, это ты про меня? Про тебя. Ну-ну. Ты мимо Караваева сегодня прошел, когда у нее барабан заел? Ага, ну и что? Ведь знал, что к чему, а не сказал. Да, он похорукой, понял? Он сколько лет у станка ковыряется, а как дурачок после 10-летки. Он убогай. О, а ты сильный, здоровый. Ну и дави его, дави. Убогой он? Это ты убогой, а не он. Да что это делается такой, товарищ? Он еще и лается. Ты читал в газете, в какой-то стране парни на аэродроме стрелять начали по людям, которые там сидели и лететь куда-то? Да, ну, читал, при чем тут эти бандиты? Нет, милый, это не бандиты, а молодежная организация. Они справедливость хотят побыстрее. Да сволочи они весь разговор. Их лишь слось берет, что нет справедливости. Так они из автоматов по женщинам, по детям, со злобы-то, что справедливости нет. А? А ведь ты тоже сейчас злишься, а? Ну, не злоба это у меня. А что это? Ну, не знаю, негодование. Ну, какая разница-то? Ну, порядочно, его дурака жалко. Ну, но... Ты, Витя, знаешь что? Ты прочисть свои мозги. По-твоему, получается, что со всякими безобразиями бороться, что ли, не надо, да? Да что я на производстве да на собраниях? Меньше тебя дерусь, что ли? Ну, тут такая ситуация, из-за себя-то, ну, всякие хлопоты противны. Да еще по таким делам щекотливым. Пойдешь ты сейчас или нет? Да, хватит разглагольствовать. Именно. Ну, пойдешь, я тебя спрашиваю. Ну, вот бейтесь. Ну, бейтесь об его углы. Лично я не собираюсь. Томочка! Ведь уйдет она, ведь уйдет. Тома, я иду! Все! Я иду! Ты только пойми, ты идешь не из-за себя, не из-за денег. Ты идешь ради справедливости. Нельзя терпеть это безобразие. Витя, ты ударь кулаком по столу. Ты так, чтобы стакан с графином полчаса на столе прыгали. Витенька, знаешь, что ты только там с весом говоришь? Давай. Вот так, давай. Нервы наружу не выставляй, слышишь? Да, я знаю. Я все знаю. Я все скажу. Постой, а я-то? Не ходи, один пойду. Ну, добили. Как бы сгоряча под машину не угодил. А, расшевелился наконец-то. Вон как вышагивает. Безобразие. Вот безобразие, а? Слушай, рубашку забыл переодеть, ведь он третий день носит. Ну, второй, мама. Че ты расстановился-то? До газировки попей. Три копейки ищет. Ой, 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 ой,
Ой, ну наставили эти аппараты на ходу. Ну что тут такого? Он разгорячился, охладиться хочет. А вот и не надо. Выпьет и остынет. Да пошел уже, пошел. Ну вот, ну что он как плетется? Черт, сбавил ходу. Ну, на лавочку сел. Ну и ничего, он утомился, отдохнуть хочет, и все. Тетя Поль, у вас винтовки нет? Да погоди ты, он встал, пошел. А это еще что такое? Что? Во. А это знаешь чего? Ага, это он к газете подошел. Он с утра не успел прочесть. Ага, вот вычитает опять что-нибудь там. Какие-то он, смотри, спину чешет. Нет, это он не газету читает. Да? Он объявление смотрит. Ты знаю я эти объявления. Уроки дают, квартиру меняют, двух попугаев продают. Все, кончился у него завод. И посмотрите, опять вверх смотрит. Ну чего там увидел-то, а? Во. Смотрит и смотрит. Ага. А. Чего там, а? Ничего. Ничего там нет. Ничего. Как это ничего? Раз смотрит, значит, что-то есть. Тетя Поля, обратно идет. Обратно идет. Так, да? Очень, очень замечательно. Томочка. Замечательно. Погоди, Томочка. Томочка, ну погоди. Не хочу манной каши, не хочу. Что ж тебе, мясо, что ж сырого подавать? Все, мама, все. Целуйтесь со своим Витенькой. Видела, когда замуж шла? Ничего не видела. Пришла на завод, только и слышала. Витька Лесиков идет. Пойдемте у Витьки Лесикова, Томочка, спросим. Портрет многотиражки. Глаза-то мне, как кадильным дымом, и застила. Вот бы, думаю, мне... Да он бегом сюда бежит. Да он испугался, что Тамарка без него уйдет. Да, а я и успею, а я и уйду. Стой! Стой, Томочка. Стой. Ну, погоди. Ну, погоди. Сама пойду. Сама пойду. К директору пойду. Он мне руку жал, когда я уходила. Если что, говорит, приходи, Лесикова. Я сама все сделаю. Но зачем же его так ломать-то? Ну скажи, зачем? Я не понимаю. Я не понимаю. Да зачем таким людям, как Витя, нервы трепать? Они же производительность труда повышают. А ну давай ордена. Ты погоди, беситься-то. Уйду, уйду. С мужиками долго играть опасно. Оборвется у него, ну ты тогда уж навеки. А все-таки как-никак, а Витька Лесиков. Поищи вон такого. Да-да, его твердым надо сделать. В него силу надо вселить, волю твердым надо сделать. Слабого я не хочу, слабого не хочу. А, Тамара, правильно говорит. А ты что рвешь-то? Чего, ничего. Я свою фамилию марать не позволю. Мы Лесиковой свое место знаем. Антон! Антон, я со втулками придумал. Придумал. Не из металла надо делать. Любой металл на таких скоростях все равно гореть будет. Ну, из пластмасса надо. Из пластмасса. Она же не горит, риск не будет. Масло не пройдет. И цилиндр совсем переделывать не надо. Вы знаете, как меня осенило. Просто чудеса. Читаю там внизу объявление. Кто что меняет, кто какие уроки дают. И вдруг вижу, продаются два попугая. А внизу адрес, город Подольск. Подольск, ну помнишь, за прошлый год нас туда еще в командировку послали. Я всегда удивляюсь, как это у человека мысль такой зигзаг искать. Томочка, из пластмассы надо. Ну, из пластмассы. А я это изобретение твоим именем назову. Ну? Радуйся, вот так и будет. Втулка Тамара. Вот что. Вот что будет. Будет, оставьте вы его. Ты, Томочка, уходила? Уходи. Мягок он для тебя, пожестче найди. Мягок? Как бы не так. Это мы мягкие, а он кремень, железо, пластмасса, да, который... Тамара! Ничего не делает.
Тамара! Тамара, уйди от него! Уйди от... А ты? Ты снова Игната на помощь позови! Только его, если уж он только возьмет. Корова! Опомнись, у тебя дочка маленькая! Антон! Только тронь! Только тронь! Я тебя сейчас трону! Витя! Ведь не бойся, Вить, ты его не бойся. Эх ты! Не бойся его. Боец называется. Ну ты приди в себя-то. Ты умойся, вон в Химки съесть и искупать. Пойдем, Антон. К Машеньке малыши пришли. Мне ведь стол надо накрывать. Иди! Что? Это Машеньке от нас. Погоди. Делать со мной будешь? Нет. Погоди. Ну давай все-таки вместе. Ну как складно было-то. Да ну приди ты в себя. Это ведь и не радости у них. А так, мать ведь точно сказала, Пенки. Ну что ж мы с тобой опускаться будем? Ведь у меня только сейчас одна идея. Получится? Нет, неизвестно. А если получится, Антон, ну ты пойми, какая общая-то радость будет у всех. Ну втулки-то горят, люди-то мучаются. Не буду я терпеть безобразия. Так ведь я же не хочу. Да кто хочет-то, Антон? Ну кто хочет? Ты помнишь, я Тамаре сказал, я себя потеряю. Ты когда-нибудь себя терял? Ну, слава богу, нет, ты думай, не потеряю. Потеряешь. Я себя терял, я просто знаю, что это такое. Ты еще в 10 классе была, она всю жизнь запомнилась. Мне тогда одна девчонка нравилась. Ты не сердись, Том, это еще до знакомства с тобой было. Ну, гуляли мы с ней как-то по улицам до утра. И представь себе, часов в 5 на Фрунзенской набережной вдруг нашу учительницу по физике встретили. Ну, куда она шла в такое время, не знаю. Нос к носу столкнулись, от неожиданности поздоровались даже. Ну, а днем она вызывает Нинку, да, ее Ниной звали. Ну, Нинка, конечно, не в зуб ногой, сами понимаете. А Елена Сидоровна жмет, и нарочно ее при всем классе дуры выставляет. А потом и бухни, чем с Леськом по ночам по улицам таскаться. Я думаю, она нас была зла за то, что мы самою в такое время на улице встретили. Нин Ковырев, и как уж у нее с языка сорвалось, не знаю. А позвала при всех Елену Сидоровну стервой. Ну, дальше шум, гам, тарарам, Нинку из школы долой, а я хлопотать. Куда ни придумал, на меня как на какого-то выродка смотрит, говорить даже не желает. Но не в этом дело, никуда Нинку не выгнали. Аттестат получила она. В Ленинграде институт имени Герцена окончил, где-то сейчас преподает. А вот когда я хлопотал по инстанциям-то, бегал, я вдруг какую-то злобу на людей начал чувствовать. Все для меня в черно-причерном свете видеться начало, вся жизнь. Мне всем только одного зла хотелось. Знаешь, такая мысль мелькнула, хорошо бы на все это, на нас, то есть атомная бомба, упала и смела бы все к чертовой матери. Видали? Я сам тогда этой мыслью ужаснулся. Я уже не я был. Но в это время как раз отец умер. Вот тут уже все для меня в другую сторону повернулось. И в себя пришел. Школа кончилась, Нинка уехала. На завод я определился. А вот когда в себя-то пришел, думал, что же это со мной-то было? Я ведь и таким мог остаться. А такой я кому нужен? Такому ж надо самому с собой решать. Идем? Ну, прикинь, ну в какие времена жили? Вот, ну, допустим, Галилей или Архимед. Ну, представь, они бы основное свое дело забросили, и только как ты бегали бы, бегали, высунув из. Ну, что бы от них осталось-то? Пшик? Они ведь если боролись, то ведь себя... Не теряли? Ну, что ты сравниваешь, ну? Я тебе не Галилей. Ну, не Галилей, так Галилейчик. Галилёночек маленький, не все ли равно? Мир-то ведь не на одних Галилеях вертится, он ведь и на Галилейчиках держится. Витя. А эта ерунда, которую Игнат заварил, пройдет. И люди, надеюсь, найдутся, все на место поставят. Витя, что ты? Витя. Стучат.
Машенька, Машуня, что случилось, Маша? Ну, идем. Идем, идем. Машенька! Господи, да что же это случилось? Машенька, что случилось, а? Эх вы, я этого дня ждала. У меня там все ребята давно сидят. Им есть хочется. И пока вчерашний щи разогрела. Машенька! Маша, это тебе. На. Маш! Маша, ну, возьми. Ну, возьми, ну. Маш, ну что ты такая, господи. Машенька, у нас дела. Понимаешь, дела. Я всю жизнь от вас только и слышу. Дела да дела. Маш, ты главное не отчаивайся. Главное не огорчайся. Все будет хорошо. Все будет расчудесненько, Машуня. Держи. Прием. Это все тебе. Держи. Ну? Спасибо. Вот и молодец. Мам, да. Пойдем. Ну, пойдем. А то они уйдут. Пойдем, детонька, пойдем. Пойдемте, а? Держи. Пойдем, ребят. Тетя Поля. Идите, я потом. Пойдем, Маш. Машенька, пойдем, детонька, пойдем. Мам. Счастливо.